Для дачи вы стоимо поширите, комментуйте, коментуйте, лайкайте. Мы – сила. Российская оккупационная армия практически исчерпала свой собственный ресурс на Донецком направлении фронта. И имеющимися силами добиться захвата Авдеевки вряд ли сможет. Залышим омову оригиналу, нехай хоть тут оккупанты почуют правду. Симоньян, що з лицем? Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте заявил кадровый офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин, комментируя ход боевых действий в Донецкой области. Более того, по словам Стрелкова, ресурс российской армии настолько сильно исчерпан, что продвижение оккупантов на других участках вряд ли возможно. Российские военные, несмотря на попытки штурмов, ведут бои лишь за окраины Песок, в пригороде оккупированного Донецка. Комментируя ситуацию на фронте, Гиркин заявляет, что продвижение российской оккупационной армии в результате третьего этапа войны выглядит унизительно минимальным. Он утверждает, что изначально скептически относился к возможностям российского наступления, однако реальность в плане результатов оказалась еще более плачевной для российской армии. Прокомментовав Гиркин... И удары по крымских авиационных базах. Прочитал у Маргоши Симонян о самопроизвольном подрыве боеприпасов на аэродроме под Новофедоровкой. Удивлен только тем, что Маргоша не позаимствовала креативный опыт своих украинских коллег. Честное слово, уже пора вводить в лексикон подрыва кондиционеров, а потом стыдливо признаваться, что это мы сами себя обстреляли. ПС. Партнеры продолжают поиск красных линий. Предатели и саботажники среди ВИП-чиновников Поиски оправданий продолжению своего саботажа. Истерит Стрелков. До слова, раньше Гиркин попрыжав своих суратников-оккупантов, что российское ПВО не нащен Гиркин-Стрелков опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ. По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушной защиты по линии фронта. С Севастополя нельзя снимать ПВО так же, как и с Крымского моста. Наоборот, только усиливать. Туда может при лететь уже прямо сейчас. ЛДНР тоже нужно защищать. Они ВСУ закидали их точками, ракетами .у. Они могут обстрелять вообще что угодно, истерит Гиркин. Мобилизации нет. Ни промышленности, ни армии. Они могут уколоть. Найти, куда болезненно уколоть иглу, можно всегда, констатировал Гиркин. Так, террористы Гиркин, Хаски, суд в ЖЧК и на тебя. А ЗСУ поражает всех оккупантов в Крыму. Крымский мист долго не выстоит. Принаймнее текать ближе не будет куда. До встречи, глядачи, выстоим, а поширите